Рядом со мной стоит очаровательная Мугенштейн Алтын. Алтын, скажите, какую компанию вы представляете и с какой продукцией приехали на выставку CPM? Мы представляем купальники. Наш бренд называется Alten Swimwear. А какую линейку купальников вы привезли к нам в этом году? Все самое красивое. Значит, мы создаем купальники для уверенных в себе дам. А скажите, где у вас находится производство и сколько лет вы уже находитесь на рынке? Производство у нас в Краснодарском крае, город Новороссийск. На рынке уже 5 лет. Скажите, какие цели вы перед собой ставили на выставке CPM и что уже удалось достичь за время проведения? Цель – захватить весь мир. Просто показать себя, посмотреть на других и попробовать себя на разных площадках. Получали ли вы уже фидбэк от посетителей и участников данной выставки? Да, конечно. Что в основном говорили? Восхищаются качеством, восхищаются моделью, восхищаются, в принципе, креативностью. Алтын, сделаем с вами предсказание. Скоро лето, и купальники как раз-таки. А какая цветовая гамма будет в моде вот этим летом? Ну, у нас своя цветовая гамма, так как у нас определенные модели, определенный стиль. Я думаю, что глубокий синий цвет в этом году у нас будет в приоритете. Алтын, спасибо вам огромное. Оставайтесь с нами.